Фольклорные мотивы, Франция 30-х годов, классическая русская литература и полет Гагарина в космос. Показы авторских коллекций молодых модельеров вызывали самый широкий спектр ассоциаций. А все потому, признаются дизайнеры, вдохновение может поджидать в любом месте. Везде, вот на улице, дома, в телевизоре, не знаю, можно просто увидеть какой-то красивый кубик, я не знаю, травку и вдохновиться. Дизайнер должен быть достаточно разносторонней личностью, интересоваться всем, желательно не понемножку, а углубляться в какие-то темы. Тогда коллекции будут качественными. Однако, чтобы впечатлить жюри поволжских сезонов во главе с известным историком моды Александром Васильевым, одного вдохновения мало. Необходимо уловить современные модные тенденции и учесть их, создавая образы из своих уникальных идей. Некоторые да, а некоторые нет. Не до всех, может быть, сразу все ясно дошло, но те, кто учел, и получат хороший приз. Я уже видел все, что они покажут. Знаю, кто замечателен, а кто менее. И я надеюсь, что вы будете согласны с моим выбором. Есть очень талантливые работы. Победителем 16-х поволжских сезонов стал Александр Курочкин из Курска. Он предстал самым ярким и запоминающимся среди 24 дизайнеров из 16 городов России и ближе всех подошел к цели – создать образ для повседневной жизни. Конечно, для костюм-реальность – это то, что можно носить. Далеко не все изделия, представленные здесь, именно подходят для жизни. Но какие-то из них могли бы подойти для театральных постановок, для математических праздников. С каждым годом фестиваль становится популярнее. Если раньше билеты можно было купить и в день конкурса, то в этом году они были выкуплены заранее. И высокие зрительские ожидания были полностью оправданы. Я получила удовольствие, честно скажу, от наших зрителей, от наших моделей, от наших очень талантливых людей. И даже та глубинка хворостянка, которая была у нас, да, она нас сильно потрясла и весь зал хлопал. Ну, то есть, браво, как всегда, все очень здорово. Каждый год поволжские сезоны открывают зрителю молодых дизайнеров. Каждый обладает своим смелым и уникальным стилем. И зрители могут быть уверены, что они теперь в курсе современных модных тенденций. Ну и я, в свою очередь, стараюсь не отставать. Клетчатые рубашки в моде, борода тоже. Вы попали. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.